Повторная встреча «Динамо» и «Амурских тигров» прошла в Тверском спорткомплексе «Юбилейный». Накануне «Динамовцы» победили соперника с футбольным счетом 1-0. Итоги второй встречи в нашем следующем материале. Подавляющему преимуществу хозяев в начале матча поспособствовали хабаровские гости, получившие удаление уже на 22-й секунде. Впрочем, и при игре в равных составах динамовцы доминировали на Тверском льду. Амурские тигры оправились от стартового натиска только к середине периода. После одного из бросков хоккеиста гостей за «Динамо» сыграла перекладина. Несмотря на активную игру соперников, на перерыв команды отправились без голов. Итоги периода прокомментировал нападающий команды МХК «Динамо». Начали плохо, невнятно. Сейчас с ребятами поговорим в раздевалке, соберемся и наладим игру. Было пару моментов в большинстве хороших. Где-то вратарь амурских тигров подтащил. Сейчас соберемся и будем реализовывать свои моменты. Вторая 20-минутка стартовала с абсолютной равной игры на высоких скоростях. Соперники отвечали атакой на атаку. Шайба практически не задерживалась в средней зоне. Поддерживать такой темп «Тигры» смогли минут 5-6, а затем «Динамовцы» забили первую шайбу в игре. Ее автором стал Иван Дитковский. Не дожидаясь перерыва, он оформил дубль. И вновь к заброшенной шайбе перевели индивидуальные действия нападающего «Динамо». Иван вкатился в зону, обыграл защитника и бросил с близкого расстояния над плечом вратаря «Тигров». Итог 2-0. В принципе, все идет по-равному. Ну, где-то нам немножко не везет. Соперник дали шанс, они его реализовали. Будем стараться еще целых впереди 20 минут. Постараемся перевернуть матч в нашу сторону. В заключительной трети хабаровчане не смогли пуститься в погоню за хозяевами, которые продолжали владеть преимуществом. На 55-й минуте Иван Дитковский ворвался в зону, сыграл на Александра Кисакова, а тот, в свою очередь, отдал шайбу находившемуся в убойной позиции Дмитрию Злодееву. 3-0. Сухая серия вратаря «Динамо» теперь составляет 166 минут 28 секунд. Набрав в домашней серии максимальные 8 очков, динамовцы готовятся к поездке на Дальний Восток, где сыграют с сахалинскими акулами и тайфуном. А следующая игра в спорткомплексе «Юбилейный» состоится среди команд ВХЛ «Динамо» и «Орджи» 26 октября в 17:00.